из твоего лена, из твоего эскипина. У нас четверг, и у нас в Темпл сегодня вечер открытых дверей. Сейчас постою, поговорю с ханумадом. Я атеист, я атеист, я не верю ни в каких богов, ни во что я не верю. Но иногда очень хочется попросить о помощи. Если это как подкова, если она работает, то она должна работать, даже если ты в это не веришь. Атеисты, ритуалы. Брамины действующие. За 7 лет ко мне эта семья привыкла, уже 8-й год я здесь. Хотя они помнят меня еще из 10-го года, я к ним в 10-м году заходила. За эти годы здесь отстроилась, крышу вот эту сделали, многое изменилось. У нас потихонечку богатеет темп, потихонечку. Вот здесь все отремонтировали. Я к ним регулярно хожу. В этом темпле ко мне очень сильно дерева. Здесь вот еще один обряд. Вот они прям ходят вокруг него. Река.
по реке. Вот, Хануман, ты же понимаешь, мужику не обязательно быть красавцем. Мужчине достаточно быть чуть симпатичнее обезьяны. А ты у нас хоть и обезьяна очень симпатичный. Пусть по этой речке проплывут трупы моих врагов. Ты знаешь, кто они. Ты знаешь, кто они. Ты знаешь, кто они. В данном случае я не мелочусь на какую-то тупую дуру блогераша. Ни в коем случае. Сюда к речке просить о трупах моих врагов я хожу уже не первый год. Поэтому не надо сейчас это самое впадать в истерики. Блогеров эта история вообще не касается. Я хожу на речку ждать трупы врагов не только меня, но еще и миллионов-миллионов других людей. И один из моих личных врагов является президентом моей страны Владимир Владимирович Путин. А вторым моим личным врагом является Сунил Кумар, сука, из-за которой я не могу уехать отсюда. Вот именно за их трупами вот сюда я уже хожу больше года. Есть такая поговорка, что буддийская, по-моему, или какая-то китайская, что если вам кто-то причинил очень много горя, зла и так далее, не мсти, просто сядь на берегу реки и в скором времени... В скором, в ближайшем времени мимо тебя проплывет труп твоего врага. Поэтому вот я прихожу сюда посидеть и подождать труп моего врага. Вот. Я сейчас буду выключать, но вы знаете, я остаюсь здесь на речке посидеть и подождать труп моего врага. Всех люблю, всех целую. С вами была Лена Искипема.